Задача, цель дано. Привлечь первых, например, 50 подписчиков и получить первых 5 лидов. Как бы я это делал? Здесь есть менюшка. К сожалению, она на английском, но она очень простая. Вы один раз разберетесь и вообще не будете, ну, напрягаться, там, не будете в стрессе. Здесь есть механизмы, через которые мы собираем контакты. Ну, например, в данном случае Grow Tools. Grow Tool – это способ, как собирать лиды. Мы можем выбрать, сейчас я удалю несколько, чтобы они не мешались. Мы можем выбрать разные виджеты. И самый простой виджет – это ссылка, перейдя по которой вы, либо туристы в данном случае, попадут в наш чат-бот. Соответственно, я выбираю этот виджет. Давайте еще раз покажу. Секундочку, этот удалю. Вот. Я его назову Ref.url сбор лидов по Турции, например. Я сейчас делаю все очень примитивно, чтобы просто потратить 15 минут и вы поняли, как это работает. Выбираем мессенджер Ref.url, редактирую сообщение. Тут будет написано «Привет, Сергей», например. Спасибо за подписку. Вот, это я буду в другом аккаунте показывать, потому что здесь все-таки бесплатно будут ограничения. Буду в своем показывать. Вот Grow Tool, New Grow Tool. Я выбираю Ref.url. Например, Турция. Пример. Нажимаю Messenger Ref.url. Нажимаю Edit. И здесь пишу «Привет, First name». Вместо first name будет подставляться имя туриста. И пишу: хотите, помогу подобрать тур в Турцию. И будут варианты: да, хочу, нет, не хочу. Нет, не хочу тоже мы используем, просто чтобы понять, от чего турист вообще кликнул. Может быть, мы его просто подпишем на рассылку. Можем добавлять всякие смайлики. Я вот, допустим, использую сервис Pillup. Для того, чтобы смайлы добавлять. Ну, например, такую вот ручку. Палец вверх. Да, хочу. И нет, не хочу. Будет какой-нибудь такой вот значок. Типа стоп. Нажав «Да хочу», человек попадает в следующее сообщение. Я могу добавить тег. Допустим, хотел Турцию. Я сделаю пример на вебинаре, чтобы потом удалить этот тег, чтобы мне не мешался. Соответственно, те люди, которые кликнут по этой кнопке, они будут отмечены тегом, и в итоге я смогу сегментировать этих людей по интересам. То есть отправить сообщение тем, кто хотел бы в Турцию. И дальше происходит диалог. Я сейчас не буду его весь настраивать, покажу там примитивные шаги, просто чтобы вы увидели, что это просто. Например, отлично. Например, напишите, какой у вас бюджет. Бюджет на тур, и я смогу подобрать более подходящие отели. Давайте даже чуть ближе сделаю, вот так. И делаем варианты. Вариант будет до 1000 долларов на двоих. Вариант будет 1000-1500 долларов на двоих. То есть диапазон, да, на что мы можем, в принципе, ориентировать. Или до 1500 долларов на двоих. И более 1500 долларов на двоих. За двоих. И опять же, я могу сделать тег сразу. Вот он тег. Он будет называться пример на вебинаре. А, мне так удобнее. До 1000 долларов. Зачем это делаю? Чтобы потом отсегментировать тех, кому, в принципе, интересны более дешевые туры. Почему? Потому что потом я могу предложить ему, например, Испанию в этом же бюджете. То есть я могу отправить какой-то тур
который у меня будет от оператора до 1000 долларов в базу, и я сразу получу отдачу, выхлоп. Я сейчас удалю лишние кнопки, чтобы потом просто их не настраивать, пусть будет просто до 1000 долларов. Человек нажимает. Дальше мы переходим на следующее сообщение. Я могу даже имя вставить здесь. Отлично. Посмотрите, какие у нас есть отели. И делаем блок с отелями. Мы обычно используем галерею. Сейчас я найду какой-нибудь отель. Или Турция. Пусть будет Top Hotels сайт. Виджет называется Preferral. Пусть будет вот такой вот отель. Соответственно, я называю его там, 5 звезд. Будет такое название. Могу сразу здесь цену указать. Отель с там, отель для семейного отдыха. От 970 долларов за двоих, например. Добавляю фотографию. Я сейчас не буду сильно усложнять с фотографиями, просто беру первую попавшуюся, чтобы вы увидели механику, логику, как это работает. Не буду тратить время, я сделаю вот так. И сейчас добавлю картинку. Не то. Вот она картинка. Руслан, это не автовебинар, это живой вебинар. Сейчас давайте мы разберем чат-бот Facebook. То, что я вам, собственно, и обещал. Добавляем второй отель. Сейчас просто другую фотографию возьму, чтобы это было видно, как это работает. Какую-нибудь такую. Несложно организовать отель, который сам ищет в агрегаторах. Это делается просто через API. То есть вы подключаетесь через API к базе отелей, туров, и подтягивать. Это никаких проблем сейчас не доставляет. Легко сделать, просто нужно заплатить программисту, который это настроит. Так. Опять же, я не буду сейчас усложнять с описанием, потому что нет времени. Не хочу вас задерживать больше. И добавляем кнопку. Например, будет подробнее. Подробнее об отеле. И здесь тоже кнопка подробнее об отеле. Дальше можем сделать, собственно, блок подробнее об отеле. И добавить здесь дополнительные какие-то фотографии плюс описание отеля. Мы обычно делаем самые главные, так называемые буллеты, список там преимуществ отеля, особенностей отеля. И туристам этого достаточно, чтобы принять решение, нравится, не нравится, и дальше подумать о том, обратиться ли в наше турагентство. Я сейчас скопирую какое-нибудь описание. Карточка отеля. Я сейчас не буду тратить время на красивое оформление, нужно делать красиво. То есть нужно разбивать на абзацы. Можем добавить пару фотографий. Все. И дальше я добавляю текст. Допустим, имя. Хотите, подберем вам более подходящее
входящие отели. Да, хочу. И мы снова делаем сегмент, да, то есть мы делаем тег, добавляем тег, который будет называться, я назову пример на вебинаре, пример Турция. Хочет подбор. Почему? Потому что это уже горячий человек. Он уже хотел подбор, потому что не все оставляют контакт после этого. И дальше мы отправляем вот такой user input, в котором мы говорим имя, нажмите на ваш номер внизу, если он корректен, либо введите правильный. Ребят, чуть позже отвечу на вопросы. Коллеги, там Светлана жалуется, ничего не понятно. Кому понятно? Кто сейчас понимает, что я делаю? Потому что Светлана жалуется, что подробно объяснил, как покупать. Руслан, это не вебинар. Вы пишете «выйти на связь хз». Это не вебинар. Я показываю в живом формате, я отвечаю на ваши вопросы, но отвечу чуть позже. Отлично, Светлана. Хорошего вам вечера. Если вам не ценно. Отлично. Видите, все понятно. Супер. Тогда продолжаем. Сейчас вы увидите магию. Здесь я могу ввести номер телефона, вот он фон, и этот телефон будет подтягиваться автоматически. И здесь можем текст, пожалуйста, укажите ваш номер телефона. И кнопка будет сбросить. Я вам хочу показать сейчас, и потом я вам отвечу на все вопросы. Договорились? Я абсолютно располагаю временем, поэтому, пожалуйста, подождите. Кому непонятно, напишите отзыв, посмотрите в записи. Не проблема. И я добавляю здесь номер телефона, ну, то есть будет называться телефон. Я сделаю телефон пример, чтобы потом просто удалить. Есть. Все, сейчас мы с вами запустим. То есть мы сейчас с вами потратили сколько времени? Примерно минут 10 на то, чтобы настроить эту примитивную воронку. На более сложную воронку тратится примерно 2 часа. То есть, например, на нашем практикуме я вам дам готовые тексты воронки. Я вам покажу сейчас через 5 минут, что такое большая воронка. И давайте, собственно, подумаем, что с этим делать. Давайте я сейчас сделаю превью, так называемое. Так, кнопка здесь не работает, я сейчас переведу. Сделаем вот так. И сделаем перевод на описание отеля. Вот. Что я сейчас делаю? Я сейчас публикую. То есть я нажимаю кнопку справа вверху «Publish». Не публикуется. Он обычно подтягивает, показывает, в чем именно ошибка. В данном случае я добавил тег, ну, в смысле, указал, что я хочу добавить тег, но не назвал его. Ну, допустим, я укажу здесь до 1000 долларов. Почему этот тег указываю? Чтобы потом отправить тем людям, которые хотели бы с этим бюджетом. Пример до 1000 долларов на двоих. Есть. Публикую. Смотрите, снова какая-то ошибка. Почему? Потому что здесь что-то не указано. Да, не указано сообщение, куда дальше будет переход. Смотрите, бот у вас не запустится, пока он полностью логично не настроен. То есть каждая кнопка куда-то ведет. Марьяна пишет, что 10 долларов. Да, сервис будет платным 10 долларов. И это небольшие деньги, потому что с помощью чат-бота вы можете легко получать 100 лидов в месяц, 50, 200, 300, у кого какие задачи. То есть вопрос в том, чтобы вы вкладывали деньги в рабочую воронку. Вот, я сейчас опубликовал воронку. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Интересно? Для того, чтобы увидеть, как будет работать чат-бот на практике, мы его тестируем сами на себе. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я нажимаю превью справа вверху.
И открывается мессенджер. Собственно, вот так вот он открывается. И видите сообщение. Давайте я его приближу. Привет, Сергей. Хотите, помогу подобрать тур в Турцию? Да, хочу. Маша, здесь качество видео не работает. Юлия, это у вас из стали дух поэт реально один, потому что вы не умеете продавать туры. Я об этом говорил, это классика. Те, кто умеет продавать туры, конвертируют хотя бы 10% лидов в продажу. Вот Дмитрий пишет, у нас едет 8 из 100 по чат-боту. Дмитрий, спасибо. Вот, смотрите, у Дмитрия рост продаж относительно прошлого года. Почему? Потому что учатся, как продавать, выстраивают маркетинг, выстраивают продажи. Вот таких клиентов я и хочу видеть. Таких, как Дмитрий, таких, как Анастасия Пунина, таких, как Анастасия Комфортура вот Лопатнева, которую я показывал, которые хотят вкладываться в маркетинг и в продажи. С вами мы сварим кашу. С остальными, к сожалению, нет. То есть вы делаете так, как считаете нужными, а я знаю, как правильно запустить маркетинг и продажи. Просто потому, что у меня есть опыт. Так вот, вот есть бот. Я нажимаю, то есть мне бот сам говорит следующее сообщение. Я просто нажимаю до 1000 долларов на двоих. В переписке не стоит продавать, нужно просто, чтобы бот лид получил. Следующее сообщение получили. Нажимаем подробнее об отеле. Бывает, что чат-бот подглючивает, не сразу отправляет сообщение. Это нормально, мы это просто списываем на потери. Роман, спасибо, напишу вам. Вот у нас описание отеля, турист его посмотрел. И если ему интересно, мы делаем призыв. Хотите, подберем? Да, хочу. И вот теперь магия, ребята, внимание. Магия состоит в том, что здесь выводится номер телефона, на который человек просто нажимает. И на выходе у нас он попадает в базу и передается в CRM-систему. Вот мы и получили лид. И мы получаем уведомление, если мы настроили, о том, как вовремя отреагировать на этот лид. То есть к нам приходит уведомление, что мы получили лид. Все. Вот весь чат-бот. Теперь, как это работает на практике? Мы берем ссылку, ref.url, вот она, сейчас я вам ее скину в чате. И мы именно эту ссылку можем использовать в постах. Публикуем пост, например, с ранним бронированием там, в Турцию. И публикуем в этом посте ссылочку, которая выглядит вот так. Давайте я вам сейчас ее скину. Вот. Можете перейти по этой ссылке, и вы сразу попадете в чат-бот. Вот вам самая первая, самая примитивная, самая быстрая реализация чат-бота, который даже в таком виде может вам дать лиды. Единственное, что нужно добавить хотя бы там 3-5 отелей, и поверьте мне, у вас с него уже будут лиды. Дальше уже дело техники продавать. И вы такие лиды можете там получать с разных направлений и стран. Давайте я вам покажу более длинную воронку в моем рабочем чате. Что такое большая воронка? Вот давайте, допустим, откроем сейчас какой-нибудь аккаунт. Это тестовый аккаунт, учебный, скажем так. Здесь вот, допустим, вот был тоннель на Новый год. Или пусть будет Турция. Как раз сейчас Турция актуальна. Вот на Турция. Угу. Отлично. Так, Турция. Новый какой-то функционал. Сейчас не хочу тратить время ваше, чтобы разбираться. Вот так сделаем. Для подбора нажмите кнопку «Начать». Так, здесь не настроен. Сейчас найду все-таки Турцию. Турцию, Турцию. Давайте все-таки Турцию. Так, тоже не настроено. Открою вам. Тоннель Египет. Вот, тоннель Египет, например. Там какие-то сообщения. Блин, не могу сейчас найти. Ну, не буду сейчас это время тратить ваше. Может быть, все-таки найду сейчас. Ага, вот. Хотите, помогу вам подобрать тур? Да, хочу. Отлично. Меня зовут Нина Шаханова. Знаете ли, у нас сейчас лучшие цены на тур в Таиланд по раннему бронированию. Экономия 20-40%. Да, хочу.
Суть акции раннего бронирования, потом отели какие-то. То есть, видите, все достаточно примитивно. Потом мы показываем фоточки, показываем описание этого отеля. Да, хочу подборку. И на выходе мы получаем контакты. Вот здесь, допустим, было три ответа. Нина, вы настоящий человек или бот? Вот настоящий лид, который оставил. Это была тестовая реклама, да? Человек оставил даже в тестовой рекламе лид. Так это работает. Соответственно, это мы и настраиваем в рамках практикума. Больше клиентов для турагентства. Мы настраиваем 8, аж целых 8 маркетинговых стратегий. Сейчас я отвечу на ваши вопросы, ребят. И для того, чтобы включиться в этот практикум и на практике сделать маркетинговые инструменты, запустить, вы просто выбираете тот пакет, который вас интересует, старт, стандарт, либо премиум. Вписывайтесь в программу, и мы 20 февраля стартуем это организовываем. Так, теперь я сейчас готов ответить на вопросы, и после этого мы разберем книгу продаж и розыгрыш, сделаем подарков. Так, давайте я посмотрю ваши вопросы. Программа MoneyChat платная. В зависимости от того, сколько у вас подписчиков, у вас будет стоить от 10 долларов. То есть, смотрите, если я здесь сделаю Renew Subscription, мне предлагают платить 10 баксов в месяц. Например, за свой аккаунт, где у меня 5000 подписчиков, я плачу около 50 долларов. Точно не помню, сейчас я посмотрю. Мне кажется, что списываются 50 долларов в месяц. Чем больше подписчиков, тем больше вы платите денег за MoneyChat. Давайте посмотрим, где у нас там биллинг. 45 долларов в месяц стоит до 5000 подписчиков. Но поверьте, имея 5000 подписчиков, вы сможете легко получать 100 лидов в месяц. Легко, просто делая рассылку регулярную, даже без рекламы. Соответственно, ваша цель один раз такую рекламу организовать. Так, дальше. Смотрю вопросы. Чат-бот для ВКонтакте, какой порекомендуете? К сожалению, пока нету нормальных конструкторов качественных. Есть RoboChat IO, который мы тестируем более-менее адекватно. Есть примитивные рассылщики, а не чат-боты. Там просто автосерия писем. Например, мы используем Social Send. Их таких сейчас много. Как понимаем, что он Турцию ищет, если Египет? Смотрите, человек кликает по рекламе. Человек видит нашу рекламу в ленте Facebook, кликает по ней, попадает в наш чат-бот. Вот так это работает. Сейчас еще вопрос ваши поотвечаю. Как делать открытые вопросы? Например, когда спрашивают номер телефона и еще что-то. Для этого есть специальный блок, который я как раз для телефона показал. Он называется User Input. Вот он. User input. Таким образом, человек вводит свои данные, а мы можем эти данные сохранить у себя в базе MoneyChat и после этого передать эти данные в CRM-систему. Так, как подвязать отели с отпуска сразу в бот? Дмитрий, к сожалению, готовой интеграции нет, ее нужно писать. То есть здесь есть такая штука, как API функционал. Мы через API можем передавать различные данные. Вот они, API. Это делает программист примерно за долларов 500. Скоро скину ссылку для отзывов. Так, Константин пишет. Так, Сергей, видел чат-бот, который сам ищет варианты в агрегаторах? Есть, да, просто вам нужно это настроить, интеграцию. Можно просто купить чат-бот с настройкой без обучения. Можно, да, мы настраиваем чат-бот, и можете просто сделать заказ любого пакета. Менеджер вам подскажет, ну, вы созвонитесь, да, и он вам подскажет, сколько это стоит, проконсультирует. Так, как делать открытые вопросы, я сказал. Отзывы, сейчас скину ссылочку. Давайте сейчас, хорошо, сделаем так. По отзывам я вам даю ссылочку, и вы сможете ее... Его, точнее, написать. Вот, сейчас отправляем в чате. Сможете написать, мы вам отправим запись. Дальше вопросы. Сергей, как вы считаете, если человек с чат-бота прислал только email, отправляем письмо в ответ тишина, на повторные письма ответов нет, это считается лидом? Нет, это не лид. Мы лидом считаем только номер телефона, иначе это просто подписчик с email. И, кстати, если мы получаем email, мы можем даже автоматически такого человека подписывать на серию email сообщений. То есть мы можем такому человеку сказать: здравствуйте, мы получили вашу заявку, там, меня зовут Виктория, компания такая-то,
Письмо знакомства. Нет, это не для программистов. Как видите, не нужно быть программистом, чтобы настроить такую логику. К тому же, если вы не хотите разбираться, как это настраивать своими руками, вам и не нужно на самом деле в идеале настраивать своими руками. Вам в идеале нужно иметь сотрудника, который вам это настроит, либо на подряде кому-то заказать. Но для того, чтобы понять, как это работает, вам нужно один раз глубоко разобраться в механике, как работает чат-бот, как именно туристы с него приходят. Так, чат-боты экономят время администратора? Да, 100%. Дальше вопросы. Это уже 40% коммуникации с клиентом. Да, верно. То есть такой вот примитивный чат-бот, который мы настроили за 15 минут, сам уже выявил дофига потребностей. Так. Марьяна говорит, очень хорошо, у меня в Фейсбуке уже 8 тысяч подписчиков, но только 150 долларов в месяц за программу Манчат. Нет, Марьяна, вы ошибаетесь. С того момента, когда вы подключаете чат-бот, вы начинаете с нуля. Не имеет значения, сколько у вас подписчиков, вы собираете базу с момента, как подключили чат-бот. У вас будет 0, 1, 2, 5, 10, 100. Почему вы не отработали тестовую воронку? Вопрос не понял. Так. Вот Владимир говорит, мы на тренинге Сергея научились получать лиды, с продажами действительно проблема. Так и есть. Пока вы не научитесь продавать туристам из интернета, так оно всегда и будет. Поэтому есть два этапа. В начале лиды, потом продажи. И мы в этом практикуме в пакете премиум и стандарт в том числе даем тренинг по продажам. Так, чтобы продавать, нужно работать в туризме 10 лет, продавать все время, не только по лидам. Ну, я доказываю обратно, я доказываю, что можно взять новичка, обучить его в течение 3 месяцев, отправить в рекламник, дать ему книгу продаж, технологию продаж, он будет продавать. Так. По поводу того, что пока не сильно понятно. Смотрите, я сегодня вам не обещал разложить по полочкам настройку чат-бота, я в качестве бонуса предложил вам настроить за 15 минут, правда? Ребят, я прав? Я же вам не обещал, что я вам разложу прям детально, супер. В курсе, в практикуме, который вот стратегии маркетинга, у вас есть короткие уроки, где я супер детально, очень, может быть, даже нудно, очень подробно расписываю, как это по шагам настраивается. У вас будет методичка, где будут все пункты расписаны, какой пункт за что отвечает, куда нажимать. У вас будет готовый текст воронки, у вас будет вообще все готово. Вам надо будет просто повторить своими руками, если вы хотите своими руками. Если нет, я вам покажу, как нанять сотрудника, организовать его работу по чат-боту. А поверьте мне, это нужно делать правильно. Иначе вы наймете сотрудника, потеряете и деньги на зарплату, и сольете деньги на рекламе, потому что неправильно рекламу настроите. В чем суть маркетинга в туризме? Его нужно один раз разобраться, как это работает, механика привлечения туристов. И потом просто на потоке, вкладывать деньги сегодня в лиды, получать нужное вам количество лидов. Все. Так, еще вопросы. Запись будет для тех, кто напишет отзыв. Напишите развернутый отзыв, что вы сегодня узнали, что было полезно. Мы вам отправим в личку в Фейсбуке запись. Так, что-то глючит. Видео. Так, следующие вопросы. Сергей, есть ли подписчиков, пока в Facebook нет? Есть ли смысл бот запускать или сначала подписчиков нагнать в группу? Вам не нужны подписчики. Мы можем, в смысле не можем, мы вынуждены запускать чат-бот с нуля и прямо с нуля получать первый, второй, десятый подписчик, независимо от того, сколько у вас на бизнес-странице сейчас уже есть подписчиков. Как делать открытые вопросы? Показал. Дим как бы пишет, в созданный чат-бот какую лучше использовать рекламную цель для привлечения подписчиков? В Facebook есть цель, которая называется сообщение, ее лучше всего использовать. Она так и называется, она адаптирована как раз для мессенджеров. Так, возможно, есть другая программа, у меня 8 тысяч подписчиков. Вы с ними ничего не сделаете, с этими подписчиками, с любой программой, потому что люди должны подписываться сознательно именно на чат-бот, на ваш мессенджер. Так, в годовом курсе данная тема будет? Да, в годовом курсе у вас есть полностью этот тренинг. Сергей, если подписчиков в Фейсбуке нет, есть ли смысл бот запускать или сначала подписчиков нагнать в группу? Повторюсь, нужно делать с нуля. Просто сколько есть, столько есть. В Инстаграм такого нету сервиса. Сендлер – это для ВКонтакте, в
в целом норм для авторассылки. Можно ли каждую рекламу настраивать разный чат-бот на один аккаунт? Да. То есть вы можете настроить хоть 50 разных воронок. Одна для Турции, вторая для Мальдив, третья для Вьетнама, четвертая для Индии и так далее. Каждая воронка, вы приводите в нее отдельно людей, которые кликают по рекламе, например, по Турции, попадают в чат-бот по Турции, варятся в нем, оставляют лид именно на Турцию. В этом и фишка, вы внутри одного сервиса можете настроить много разной рекламы. Как ведет себя чат-бот, если человек пишет фразу, а не нажимает на предложенные кнопочки? Там есть такая штука, Default Reply. Давайте я вам покажу. Когда чат-бот не знает, как себя вести, здесь есть такая опция, как Default Reply, это ответ по умолчанию. В нем можно писать клиенту, например, не пишите, а нажмите, там, выберите вариант ответа. Так, еще вопросы. Если просто общий открытый вопрос, ответил, ссылку для отзыва скинули. Как подтягивается телефон клиента автоматически в чат-боте? Да, то есть я вам показал, если вы выбираете... Да, еще раз покажу, это классный вопрос. Это, кстати, очень крутая фишка. То есть вы можете даже телефон не запрашивать, вы можете сказать человеку, нажми на кнопку. Это настраивается вот здесь. Когда мы настраиваем саму вороночку, здесь есть такая опция, называется тип телефон, и человек просто видит его. То есть я вам это показал на видео. Мы делаем призыв, нажмите на ваш номер телефона внизу, если он корректен. И человек даже не вводит, а просто нажимает. Это очень быстрое действие. Это реально очень круто. Это сильно увеличивает конверсию в лид. Так, дальше вопросы. Куда можно вам звонить, чтобы вы настроили чат-бот и сколько? Делайте заказ, значит, переходите по ссылочке. Под этим видео находится баннер. Либо в чате для заказа участия в практикуме. Закажите любой пакет, менеджер с вами свяжется и просто проконсультирует, как услугу заказать. Надо еще раз, не так быстро соображаем. Да, это нормально, конечно, вы же первый раз видите. Я вам просто показал, что это не страшно. Это не программирование, вам не нужно быть каким-то супертехнарем. Это конструктор. Вы зашли, набросали сообщения, набросали тексты, картинки, кнопочки настроили, получили ссылку, которую можно продвигать. Это только один из способов продвижения чат-бота, на самом деле там много их. Есть три основных, несколько дополнительных, мы их будем в курсе разбирать. Сколько будет стоить, если вы настроите чат-бот? Делайте заказ. Первым, мы не работаем просто по настройке чат-бота. Мы работаем по комплексному маркетингу, да? То есть мы можем вам настроить чат-бот, через который будем вам постоянно лиды гнать. И мы как услугу предоставляем только с теми, кто готов работать долгосрочно. 3 месяца и больше. Иначе нет смысла огромное количество работы проделывать, большая команда работает над вашим маркетингом. Вот, это по поводу услуги. По ссылке идет ответ ошибка 404. Если вы про чат-бот, бывает, что не у всех открывается. Может быть, у вас какая-то блокировка на уровне браузера. Не знаю, антивируса какого-нибудь. Это я говорю про чат-бот. То есть действительно он не у всех открывается, такое бывает. Как часто делать рассылку по базе в чат-боте? Смотрите, я вам рекомендую делать рассылку хотя бы раз в неделю, но не чаще 2 раз в неделю. Потому что чем чаще вы делаете рассылку, тем больше будет жалоб от недовольных туристов, и вам могут вообще заблокировать чат-бот. Поэтому в каждом сообщении должна быть кнопка «Отписаться». Вы делаете призыв «Отписаться», тогда будет все ок. Сергей пишет, можно на каждую рекламу настраивать? Да, ответил. Если подписался на WhatsApp, то мы сразу знаем номер, отменил лид, холодный подписчик. Руслан, пожалуйста, контакт свой какой-то напишите, чтобы мы вас нашли. Книгу продаж сейчас покажу. Сейчас будет розыгрыш и книга продаж. Так, ошибка 404. Это по какой ссылке? Напишите, по какой ссылке у вас ошибка 404, пожалуйста. Кажется, нам сегодня звонил в офис чат-бот, хотел в Египет. Славик, почему вы уходите на все мои вебинары еще и до конца сидите? У вас все уже налажено, все работает. Так, прошлась по чат-боту, понравилось. Туристам тоже нравится. В какую CRM падают лиды? Смотрите, в ту, которую вы настроите. Вы можете связать с любой CRM, у которой есть API, то есть внешний функционал для связи с какими-то сервисами.
Допустим, с AMA CRM можете связать, с любым другим сервисом, который позволяет это подключать. Ссылка URL, где находится, в виджетах нет. А как раз в виджетах она и находится. Давайте покажу. Вот она в виджетах. То есть я нажимаю New Grow Tool. Вот она в виджетах, она называется Messenger Ref URL. Вот по этому пункту вы формируете себе ссылочку. Так, еще вопросы. Еще вопросы. Сергей, если подписчиков пока в Facebook нет, есть ли смысл? Ответил. Как раз тогда есть смысл запускать чат-бот, потому что все подписчики будут попадать в ваш чат-бот. Значит ли то, что если я настрою чат-бот, мои подписчики будут начинаться с самого начала? Да, вы правильно все поняли, и вы будете платить по $10 в месяц, начиная с первого месяца. Люблю ваш сценарий, все доступно. Спасибо. Главная проблема – это люди не успевают своих постоянных обрабатывать. Елена, я за вас счастлив, значит, вы никогда не закроетесь, если у вас такой поток постоянных клиентов. У вас все хорошо, и если вам понадобится больше лидов, вы просто нанимаете больше продавцов, которые будут обрабатывать эти лиды и будут делать больше продаж. Так, Лариса пишет, нужно ли настраивать чат-бот на аккаунт агентства или на персональную страницу менеджера? Вы привязываете к странице, к бизнес-странице агентства. На каждую рекламу свой чат-бот можно, ответил. Так, для запуска чат-бота нужно заводить в группу Facebook, если ее там нет, если есть в других сетях. Смотрите, вы чат-бот можете настроить ВКонтакте, допустим, сервисы Sendler, сервис Social Send, но он примитивный. То есть это формат автоответов тоже работает, автосообщений точнее. Алексей говорит, Сергей не совсем понял, где будут подписчики, в группе Facebook либо у бота своя группа. У бота своя, скажем, база подписчиков, то есть база подписчиков бизнес-страницы и база подписчиков бота, они отличаются, они не связаны на самом деле. Это знаете все равно, что не буду сейчас метафоры приводить. Сергей, вы считаете чат-бот самым интересным инструментом для организации маркетинга? Ну, смотрите, я считаю его, знаете почему самым интересным? Не столько самым интересным, сколько самым перспективным, потому что мы очень дешево собираем базу подписчиков. То есть мы когда приводим людей на лендинг, люди уходят с него после того, как не оставили лид. А когда мы приводим людей в чат-бот, они остаются. В этом самая важная сила. То есть практически каждый клик в чат-боте приводит к подписке. Ну, процентов 60-70 приводит к подписке. Когда мы приводим на сайт, к сожалению, мы не получаем этого человека подписчиком. Поэтому имеет смысл чат-бот использовать. Но очень важно комплексно маркетинг настраивать. Не нужно делать акцент только на чат-бот. Надо и лендинг настроить, и автоответы, и лид-форму, и чат-бот. Разные лиды. Везде давать рекламу, чтобы получить большой поток лидов. Отсеивать 90% тех, кто не купил, оставлять тех, кто купил, и таким образом постепенно расти. Настраивать больше рекламы, и в итоге вы получаете поток продаж. Сергей, если уже раз проходил этот вебинар с вами, но не все зашло, можно еще раз подписаться на каких-то условиях. Раз делайте заказ, посмотрим, что вы там заказывали, ответим. В SMM будет настройка чат-бота? Да, Наталья, если вы проходите курс сейчас по SMM, будет. Так, есть опыт для внедрения для визовых агентств? Да, есть. Если не ошибаюсь, уже кейс есть. Повторю просьбу, Наталья говорит, можно ли получить методичку по чат-боту? В предыдущем вебинаре вы ее дарили за отзыв. В предыдущем вебинаре это было для моих клиентов, а не для участников бесплатного вебинара. Так, Елена блестяще пишет, жалею, что не запустила по вашей рекомендации чат-бот еще год назад, понимаю, что упустила возможность повысить количество лидов. Да, ребят, об этом сегодняшний мастер-класс. Если вы сейчас не запускаете маркетинг, то вы через год пожалеете об этом, потому что время идет, и каждый день вы лиды можете получать. Вы можете базу свою набивать подписчиками, лидами, и в итоге делать потом продажи с базы. В этом главная ценность. Елена, спасибо вам за такой комментарий, это очень ценно. Так, и на отзыв нужно написать в Facebook. Я впервые и в восторге, спасибо. Сергей, ваша команда уже настраивает нам рекламу Яндекс и Google, настройка бота за доплату. Узнаете у команды, я не знаю ваши условия. У моих документы я не знаю, есть ли интеграция по API. Сергей, как подвязать к рекламе переход в мессенджер? По ссылке, самое простое. То есть вы ref URL, эту ссылку даете прямо в рекламе, например. Второй механизм, я сейчас не буду рассказывать, просто сейчас вам мозг вскипячу. Это JSON, когда просто код специально вставляется в объявление, человек кликает и сразу попадает в мессенджер. Так, вместо отзыва.
Юлия пишет: у меня стартап. Все отодвигало открытие по независимым от меня обстоятельствам. После планирования в рамках стратегической сессии, Юлия, круто, спасибо, за 4 дня подняла все висяки. Сегодня первая продажа с чеком $280. Сергей, я вас обожаю, вы мотивируете вроде без пенделя, а следуешь по плану. Юлия, спасибо. Так оно и работает. Начинаешь делать, появляются продажи, появляется вкус денег, появляется вкус успешного результата маркетинга и продаж, и вам хочется больше, больше, больше. Юлия, блестяще, спасибо. Как чат-бот узнает телефон? Facebook сам его подтягивает? Да, потому что вы, когда регистрировались в Facebook, вы уже указали номер телефона. Как можно выгрузить подписчиков? Никак, к сожалению, не выгрузить. Если нет CRM, то есть смысл в чат-боте? Да, конечно, есть. То есть у вас CRM может заменять в каком-то смысле даже... В смысле, чат-бот заменять в каком-то смысле CRM. Чем отличается Mindchat от Flow.xo? Логически ничем, это оба конструктора, просто Mindchat он проще, понятнее, удобнее. Flow.xo сложный для обывателя, для маркетолога профессионального это классный инструмент. Сколько стоит настройка чат-бота? От $400, но мы работаем только в рамках комплексного маркетинга, если мы вам будем настраивать. Эту базу потом никто не заберет, не закроет от меня? Нет, не украдут. У вас никто ее не может отобрать. Единственное, что могут сделать, заблокировать ваш Facebook бот, если вы будете слишком много спама отправлять. Решение простое. В каждом сообщении добавляйте кнопку «Отписаться» и отправляйте не чаще, чем 1-2 раза в неделю. Можно бот поставить на свой сайт. Да, просто виджет будет как чат, который будет общаться вместо вас. Они не настраивают чат-бот без купленного пакета обучения. Нет, мы настраиваем чат-бот как услугу, даже без обучения. Так, Сергей, есть ли несколько чат-ботов, подписная база одна или несколько? База общая, в ней есть несколько чат-ботов. В Киеве чат-бот хорошо работает, или по вашему опыту есть регионы, где лучше, где хуже работает? По моему опыту, лучше всего работает в маленьких городках, потому что, ну, там, где Facebook популярен, да, потому что люди в основном сидят в социальной сети, и они только там и коммуницируют. Это идеально, просто идеально. В Киеве работает очень хорошо, потому что есть аудитория, очень много кому можно рекламу показывать, люди кликают по объявлению, попадают в базу, отлично работает. Анастасия, напишите коллегам, вы же наши клиенты, я просто не помню. Я не владею всеми кейсами, но мне кажется, что мы оформляли. У нас точно был клиент по визам. Мне кажется, должен быть кейс. Куда потом эту ссылку чат-бот размещать? Деми напишет. Например, в посте в Facebook. У нас на WhatsApp подписчик 4 цента, знаем его имя и номер. Руслан, я хочу вас. Давайте мы с вами свяжемся. Напишите, пожалуйста, на почту turbizinfo@gmail.com ваш контакт. Я с вами завтра свяжусь. Мне интересен бот в WhatsApp. Конечно. Так, последние вопросы и делаем розыгрыш. Смотрите, не все досели до конца. Так. Все, ребят, давайте теперь делаем розыгрыш. Кейс по круизному клубу есть? Нету. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы делаем розыгрыш. Хотите розыгрыш? Я сегодня обещал розыгрыш. Те люди, которые досидели до конца и заполнили анкету, мы среди вас разыгрываем участие в этом самом практикуме, который вы сейчас видели. После этого я покажу книгу продаж, и мы идем отдыхать. Маша, скинь, пожалуйста, ссылку на отзывы. Те, кто хотят запись получить, напишите. Мы вам скинем в личку запись. Так, сейчас я открываю анкету. Минутку. Всегда моя самая любимая часть мастер-класса. В этот раз анкету заполнили немногие. И это правильно. Чем меньше заполнили, тем больше шансов у других выиграть. Так, теперь. Теперь открываю экран.
Вот наша анкета. Вот наша анкета. Здесь у нас со второй по 119 запись. Важное условие, что могут выиграть только те, кто досидели до конца, то есть сейчас находится онлайн. И мы заходим в рандомайзер. Так, со второго по 120. 119, точнее. Так, секундочку. Вот наш рандомайзер. Еще раз, со второго по 119. Джоанна Галей, последняя. И вот Алексей Шумейко. Второй, 119. Нажимаю сгенерировать, 44 номер. Смотрим. Владимир Головешкин. Владимир Головешкин, вы с нами? Если вы с нами, то вы выиграли участие в практикуме 8 маркетинговых стратегий. Буду за вас рад, если вы... Вижу, что Владимир пишет. Ура, Владимир! Я вас поздравляю, вы участник этого практикума, вы внедрите и чат-бот, и лендинги, и автоответы, и квиз-маркетинг, и лид-формы, и YouTube, и лайв-эфиры, вы все внедрите. Главное, вот, знаете, кто бесплатно получает доступ, не все ценят, поэтому я хотел бы, чтобы вы ценили. Поздравляем. И последнее, ребят, давайте я вам покажу, что такое книга продаж. Вы хотели узнать. Книга продаж – это результат моего труда, 7-летнего, это выжимка всего моего опыта в продажах туров, в обучении турагентов, менеджеров, в личных продажах туров. И это полный регламент, по которому менеджеры продают. Здесь вы видите 29 ссылок, каждая из которых ведет на какой-то документ. Например, есть регламент продажи туров. Регламент – это полностью порядок, с помощью которого мы продаем туры в турагентстве. Давайте сделаю ближе. Например, он начинается с требований и принципов по ведению продаж туров. Например, ставить всегда дедлайны. Либо продаем выгоды и ценность, а не характеристики тура. После презентации сразу перезваниваем, пока клиент в контексте ситуации. Вносим ясность всегда, будет ли покупать в целом и когда. Вот это самая важная, кстати, фишка в продажах. Я прямо на нее делал акцент при обучении продаж. То есть мы до тех пор мучаем туриста, точнее даем ему ценность, пока он не скажет, извините, мне уже не нужно, я уже купил в другом месте, либо скажет, да, мне еще актуально, давайте с вами поработаем и так далее. Здесь полностью расписано все. Все, что необходимо использовать менеджеру для того, чтобы эффективно продавать туры. В том числе, например, здесь есть этап закрытия, например, вносим ясность, намерен ли еще ехать отдыхать, актуален ли еще тур и так далее. Либо давайте я вам еще какой-нибудь документ открою, например, почему туристу не нужно медлить с принятием решения. То есть смотрите, эти документы – это просто список того, чем руководствуется менеджер. Не нужно думать, ну, в смысле, вспоминать, нужно один раз это прочитать, выучить, разобраться и просто использовать. Я, допустим, могу вот так вот на лету генерировать вам, как закрывать возражения. Допустим, я подумаю, мне дорого, я с мужем советуюсь, я могу вам их просто в режиме бла-бла-бла, рабочие инструменты генерировать. Почему? Потому что я когда-то глубоко разобрался, как работают скрипты. Вот для этого и нужны регламенты. Вот, допустим, 34 причины, почему нужно не иметь с принятием решения. То есть таким образом мы туриста мотивируем, как и почему ему сейчас нужно покупать тур. Например, уже через 2 недели не будет вариантов цена-качество, все быстро расходится. Ну, это классно работает, кстати, на новогодних турах, и это правда, что лучшие туры, лучшие отели с лучшими вылетами туры разбирают быстрее всего. Все хотят удобно вылететь на Новый год, правда? Не все хотят лететь в 5 утра, вылетать, все хотят вылететь в 11, чтобы было там какое-то количество ночей нормально, обратно удобный вылет, самолет, авиаперевозчик хороший и так далее. То есть мы эти все фишки можем использовать в продажах. Либо, например, документ 30 причин, почему турист должен в офис прийти. Книга стоит сама по себе $500, но вы ее можете купить в рамках пакета, который называется премиум. Смотрите, в рамках пакета премиум вы получаете книгу продаж и все, что входит во все пакеты обучения. То есть это очень выгодное предложение.
если вам нужна и книга, и маркетинг. Вот давайте посмотрим причины, почему турист нужен в офис прийти. Например, да мы сразу сможем посмотреть акционные предложения от операторов, сможем выбрать из них лучшее, то, что пока есть. Мы разные фишки используем с разными туристами. Вот так это работает, и это, собственно, 29 документов. У меня есть прям отдельный вебинар, на YouTube нашем можете найти, где есть описание книги продаж, как ее внедрять, почему это, в принципе, работает. То есть это упрощает процесс продажи, понимание процесса продажи для ваших менеджеров. Это раз. Во-вторых, когда у вас новички приходят, совсем новички, им действительно легко продавать. Они понимают по порядку, по технологии, что говорить, что делать и так далее. Так, хорошо. Давайте последние вопросы. Я вас сегодня отчасти утомил, наверное, потому что мы задержались. Но я надеюсь, что вам было ценно. Последние вопросы отвечаю. Все Владимира поздравили. Отзыв нужно в Facebook написать. Ссылочку, Маша, отправь, пожалуйста, еще раз. Александр пишет, вспомнил вопрос, если мы постим в Facebook мероприятие, можно ли как-то загнать в чат-бот тех, кто отмечал интересуюсь? Нет, к сожалению, нельзя. Можно просто сделать в посте, ну, описание мероприятия, ссылку на чат-бот и сказать, что если вы идете, либо если вы хотите зарезервировать за собой место, перейдите в наш мессенджер и там сможете подтвердить свое участие. Таким образом, вы делаете призыв перевести из мероприятия в чат-бот. Не дотянули 3 числа. Так. Книжка за 300 не продается. Давно была такая цена, года полтора назад. Год назад, точнее. Так, так, так. Марина спросила, несколько раз спросила. Марина, анкета висела все это время под видео, баннер. Я об этом сказал в самом начале. К сожалению, больше... Два раза, точнее, сказал. В начале, где-то в середине. Я сказал, что анкета внизу под видео. Так. Хорошо, ребят, заканчиваем. Было ли вам сегодня ценно? Ну, напишите развернутый отзыв в Facebook, если вам есть о чем сказать. Мы вам в качестве благодарности отправим запись, да, взамен. Я вам рекомендую, что сделать. Независимо от того, какой инструмент маркетинга вы внедряете, вам необходимо его на результат внедрять. Многие живут в иллюзии, что если много-много-много делать, у вас мало времени, из-за этого у вас что-то получится. Нужно не много делать, а с умом делать, да, понимать, как работает маркетинг. Сегодня мы разобрали логику, как работает чат-бот, то есть как, в принципе, туда туристов привлекать. На следующем мастер-классе, который будет через неделю, мы поговорим о том, почему реклама турагентства не работает. То есть, что не так и из-за чего именно вы не получаете либо с сайта, либо с лендинга, либо с чат-бота. Марина, к сожалению, извините, что пропустил. Я честно сказал, что на все вопросы буду отвечать в конце, да, вроде бы ответил на все в конце. Видимо, вы писали раньше в чате, ну, напишите нам на почту, мы вам какой-то поощрительный бонус отправим. Небольшой. Так, хорошо. Спасибо, ребят. Всем хорошего вечера. Я вам желаю прибыльного маркетинга. Я вам желаю роста. Я вам желаю, чтобы вы подобрали инструмент маркетинговый, любой, в который вы вкладываете $100, получаете лиды, делаете продажи, возвращаете $300, $400. Так это работает в бизнесе. Значит, просто подобрать. И в качестве напутствия скажу только, что задумайтесь. Если у вас сегодня лидов нету, у вас продаж завтра не будет. Это логично. Вот прям себе задать вопрос, сколько мы лидов сегодня получили? Сколько на прошлой неделе? Сколько в прошлом месяце? Сколько из этих лидов мы перевели в продажу, да? Как именно мы смогли им продавать? Если никак, нисколько, ноль, либо минимум, то это сигнал. Надо что-то менять. Отлично, спасибо. Последний раз делаю призыв. В чате ссылочка для того, чтобы могли оформить участие в практикуме. Под этим видео баннер кликаете, можете оформить участие. Мы еще вам на почту отправим письмо для оформления участия. Подключайтесь. Стартуем 20 февраля. Все. Всем спасибо. Пока-пока. Повтора, скорее всего, не будет. Повтор не анонсировали. Хорошего всем вечера.